находимся на рынке Мадина. Это Ольга, действующий селлер на маркетплейсах. Что сегодня получилось? Здравствуйте. Я заказала брюки, 3 модели в размерах. Получилось 600 единиц. По одному цвету. Ну вот, надеюсь, что все будет хорошо и будут заказывать еще. Сколько обещают по отшиву? Ну, достаточно быстро, в течение 10 дней это максимум. Вот, очень лояльные, приняли рубли у меня, не надо было менять. А с этой нишей впервые, да, заходите? С брюками, да, с брюками впервые, да. Ну, вообще, как вам тур, как вам все? Много интересного увидели? Увидела много интересного, но мне еще, знаете, хочу отметить, мне понравилось, мне нравятся очень организаторы. Непроплаченная реклама. На самом деле, такая, знаете, атмосфера, и все вот участники группы, то есть я вообще никого не знала, вот мы встретились, и все как-то друг другу, ну, не то что помогают, но какая-то такая атмосфера на взаимопомощь, на какой-то такой подъем энергии. Вот сейчас мы на тканях, столько тканей, что вообще лучше сюда меня не пускать, потому что все хочется, где взять столько денег. Вот, и какая-то такое творчество допустилось, что можно еще сделать, что можно шить. Конечно, там производители встречаются разные, то есть все со своим настроением, да, то есть, ну, нужно разговаривать, договариваться, искать и, как бы, ну, говорится, не терять надежду, если есть цель, то двигаться. Ну, Ольга, спасибо, удачи! Спасибо!